Всем доброго дня! Меня зовут Надежда, и я приветствую вас на канале «Мир веселых петелек». Сегодня я хочу вас познакомить с моей новой куколкой Злата. Высота куколки 30 сантиметров. Вязала я ее нитками Ярнард джинс. 50 граммах 160 метров. Связана она крючком 1,75. У куколки ножки связаны цельные с туловищем. Ручки я вязала отдельно, потом я их ввязывала. Головка у нас тоже вязалась отдельно. У куколки есть вот такие ушки. Глазки. Глазки с ресничками. Я вышила ей носик. Вот такие губки. Головка у нас держится на каркасе. Вовнутрь я вставляла проволоку. Волосы у нас вот такие вот кучеряшки. Я подобрала оранжевую нитку, вязала полотно спицами платочной вязкой. Где-то я набирала петелек 60 и провязывала 20-25 сантиметров. Затем это полотно мочила водой довольно-таки, чтобы хорошо была пропитана ткань, и просушивала утюгом и оставляла потом до полного высыхания. Когда это все высохло, я распустила, и получились вот такие вот кучеряшки. Я вязала спицами номер 3, но если вы хотите кучеряшки побольше, значит, можно взять спицы четверочку либо пятерочку, и тогда они будут покрупнее. И подсоединяли их. Вот они подсоединены, волосики. У куколки у нашей одежда вся съемная. Платьице. Оно у нас на пуговичках. Здесь я вставила веревочку, рюшечки. Платьице я вязала из детской пехорки. Бантик вот такой пришитый. Трусики. Также связала белой ниточкой и обвязала желтенькой. Тоже получились вот такие рюшечки. И ботиночки. Вяжутся они очень просто, и я их решила украсить бантиками. Давайте мы нашу куколку оденем. Вначале оденем трусики. Так, дальше платьице. Сейчас мы её перевернём и застегнём. И завяжем на бантик. Платье можно скомбинировать различные цвета. И туфельки. Туфельки также вот подошва связана в одном цвете.
Сами туфельки связала желтенькие тоже под цвет платья. Вот такая Злата. Прическу можно завязать хвостики, можно заплести в косичку, то есть как угодно. Моя куколка Злата связана в подарок. В дальнейшем я планирую выпустить мастер-класс. Жду ваших комментариев. Хотите вы ли вы связать со мной такую куколку? Давайте еще раз ее посмотрим. До новых встреч. Жду вас на своем канале. Веселых и легких вам петелек!